Говорят все на Ютубе, привет, подписчики мои. Уже снимаешь? Нормально все, уже снимаем. Молодец. Приехали в парк Тойла. Да. Будем испытывать поисковой магнит. О, там кто-то уже что-то испытывает. Видал, мы уже завязку сделали. Все видят? Там уже кто-то поехал, смотри. Много магнитов. Кто-то уже что-то ловит. Вот, сделан узел. Все нормально, может покороче. Сделаем контрольный. Не, никаких, знаете, покороче. А то он зацепится где-нибудь. Покороче, другое место надо идти. Вязай хорошо очень. Как учили. Так, приехали в парк Тойла. Да. Историческое место. Там есть речечка, будем испытывать поисковые магниты. В 200, сила притяжения 200. В Эстонии такого пока нет. Сила притяжения 200 килограмм. И 400 килограмм. О. Может, что повезет, все-таки место. Все-таки место нормально. Историческое. Но это, там у нас это будет с этой стороны. Зрители сидят. Давно сидите-то? Уже лет 10. Ну вот у нас еще есть тут аккумулятор. Надо? Будем заряжать потом магниты. Да мы и заряжаем магниты аккумулятором. Если кто не знал. О! Да, затянем посильнее. И берем батон. Это наш Хучик. Главный зритель. Очень недоволен, что мы так долго собираемся. Хучик, ты готов достать что-нибудь с реки? Завязывай хорошо. Подписчики нам купят новый. А, да, в принципе, как делают некоторые в Ютубе, выставляют номер счета, говорит, ну помогите, ребята. Да, ну что, он жалко. Так что, если что, подписчики нам помогут. Ой, ладно. Пошли мы к реке. До встречи у реки. А у реки, а у реки. А у вот здесь у нас такой еще пляж есть прикольный. 400 килограмм. Чуть не упал. Чтобы не ушел. Берем вот так вот. Подстраховываем. Да. Сейчас акулу поймаем. Первый заброс. Да, давай. Не надейтесь ни на что. Но глядишь, нам повезет. Приятнее будет. Первый пошел. Сейчас лук сразу. Оп, на дне. Чувствуешь что-нибудь? Ну, на дне чувствую. Тяжелее становится. Я уже хочу что-нибудь чувствовать. Глядишь, там что это? Сабля. Лежит сабля. Просканируем. Что-то такое, слышно прямо его? Камень. Вот здесь, видишь, не так глубоко. Поглядим. Тащим. Прилипли. Ну что? Поймали, но не то, да? Слышь, у нас слишком... Порожняк. Слишком чистые реки, я вам скажу. Кто-то был до нас. Наши глупые лица. Самонадеянные. Тогда мы... свое снимайте. Самонадеянные, глядишь. Но мечтаем что-нибудь поймать. Имеем право. И лево. Тоже. Опа, опа, опа. Подожди. Я первая деталь. Что-то мы поймали. Ага. Смотри, это у нас что такое? Клык дракона. Это что-то важное. Вот. Ты посмотри. Жулузячка. Ты посмотри, она, в принципе, лет. Такая же старая, как этот парк. Она даже, смотри, по-моему. Старо как. Кое-что. Не надо сюда ходить. А ты типа не с нами, да? Эта женщина говорит, что она не с нами. Вы что тут делаете, мужчины? Выходите отсюда. Рыбу ловим. Что, еще что-то было? Нет.
Нас обманули. Я пойду этот кидать. С оттуда. Здесь без понтов. Думаешь? Решили покидать на 200 килограмм с берега. Вот народ советует нам, люди, спуститься куда-нибудь, поехать на болото. Но на болото мы поедем в следующий раз, когда будет тепло. Когда будет болото. Когда будет болото. Будем искать, когда здесь будет болото. Прокомментируй свои ощущения. Ощущений пока нет. Ощущений пока нет. Да, пока только ощущение близкой пока воды. Пока только ощущение привкушения. Ощущение близкой воды. Я думаю, что больше нам пока не надо. Ладно, давай пробовать. Как-то вы нежно, нежно, Эдуард, бросили. Я тренируюсь. Первые забросы очень ласковые. Пока тихо. Пока тихо. Мало. Ладно. Сейчас веревку размотаем. Подождем пока. Она все-таки историческая. Историческая, но здесь все-таки народ присутствует. Думаешь, все собрали уже до нас? Такое допускаю. Конец к себе хочешь привязать? Привяжи к себе конец, Эдуард. Еще один. Кому? Всем. Не знаю, нам не холодно. Эдуард решил подстраховаться. Да. Привязать его к ноге. Да, к так ноге. Что сейчас будем смотреть, как Эдуард кидает и... Давай. Красота, мне это нравится. Ты его тащи, может быть, чуть помедленнее. Каменное дно. Да, тут медленнее, не медленнее. Вообще бы вытащить. Отлично. Супер бросок. Всю жизнь это. Мне кажется, камушки. Там может быть камни, да, он между камней падает. Да. Первая поклевка была. Не похоже на поклевку. Пока чисто. Пустота. Без металла. И там вот хвочек у нас стоит. Что-то было. Да, ну, да. Вот здесь между камнями. Что-то было там. Да. Вот отцепилось. Пробуй то же место примерно. Чуть не убились, блин. Чуть не случилась у нас производственная травма. Больничный не оплачивается, не? Ну, у нас еще зрители прибавились. Рыбу глушим. Но. Блин, вообще чисто. Ищем железные яйца мамонта. Так, пробираемся через дебри. Не готов. Главное, чтобы ногу не оторвало, блядь, когда бросает. Какие-то красоты. Красоты. Яхты тут. Все нормально. И модные я. С магнитом. На 200 килограмм. Ну, может, кому дрова надо? Ну, что-то поймали. Какая-то... Маленький второй улов. Причепура какая-то. Металл. Будем складывать улов. Можешь взять магнит подальше. Побольше. Тяну спокойно, чтобы, знаешь, что-нибудь прилепилось. И он двусторонний, поэтому прицепится по-любому, если что-то есть. А виды-то какие, да? А? Что-то мы же должны сегодня, пробный вариант, о чем мы же достаем всякую ерунду. Знаешь, не загадывай.
Ну, хочется. Хочется на первом улове. И у чтоб, секрет Петра Первого хочется. Чтобы подписчики посмотрели на это все. Ну, как мы смотрят. Тут достаем эстонское золото. Имеющие глаза да увидит. Че, пусто? Ну, как всегда. Всё. Это пока пусто. Чисто тает. Чисто тает. Мы не теряем надежды. Какие-то какие. Заметил? Броски профессиональные. Да я не знал, что во мне это дремлет. Опа, а там что-то. Опа, есть. Что-то было. Смотри, как веревка натягивается. Может, нам повезет сейчас. Ну мы что-то начали. Что-то было, наверное. Если что, он до того трактора докину, притяну. Что второе, говорит, было? Лимонка! О, какие-то мелкие есть тут хворост. Тянем медленно, аккуратно, по-эстонски. Нежно. Потому что ну, все-таки металл эстонский, он должен медленно прилипнуть к магниту. А то будет еще больше смотреть наше видео. Да, 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 да. Кстати, народ. Сразу. А! Вот мы. Как некоторые блогеры пишут, невероятный улов. Это просто шок, что я поймал. Вы просто будете удивлены. Это же вещь просто исторической давности. Запчасть от Титаника. Представляете? Там, по-моему, Эдуард что-то тоже поймал. Ничего не поймал? Кстати, ну это же что-то, понимаете, это же ну прям вообще. Тащим. Вообще очередной улов. Я не знаю, что это такое. Что? Смотрите. Пишите такое. В комментах. Да. Что угадайте, это? Что это. И вам будет счастье. 20 копеек 61 года. Реально. Да? Наверное, на камеру так не передаст. 20 копеек 61 года нашли. Кидали в реку, а нашли на берегу. 20 копеек СССР. Так что нам повезло. Не было улова, так копеечку нашли. Да. Тащим, тащим чего-то, тащим. Так. Ой, ёж. Что-то о, есть. Смотри. Ё-моё. Да тут, наверное, зарыта целая пилорама. Нитишкина коротышка. Ты смотри. Вообще, слышь. Это потерял викинг. Он был ниндзей. Это да, сюрикен такой. Ю-ху. Клёво, да. Вот, смотрите, у нас уже есть небольшой улов. Мы тут наловили. Я тут только свой кран не принес. Сейчас пойду схожу за краном, добавлю. Ну. Что идет? Это же вообще супер, вы что? Не, ну поперло. Поперло. Мы поймали, как это, нашли клевое место, смотри, в натуре. А это что такое? А это нормально прицепное. Это прицепной карабин какой-то. Да, ты что вообще? Свежий. Это 18 век, наверное. Да не, наверное. Наверное, помоложе. Ну, вообще улов такой. Тормози. Вообще суперский. Так, тащим, тащим. У меня что-то есть тяжелое, слики. Ребята, на туре. Что, помочь, что ли? Да, а? Тащи, давай. Давай. Вообще просто. Да, ну чё нафиг. Что там такое? Да, ну нафиг. Ой, ё-моё, мы поднялись на 1,5 килограмма чё? Черного металла. Что за фигню ты вытащил вообще? Это запчасть точно. Я говорю, что здесь, по-моему, что-то утонуло, а мы потихоньку достаем. Титаник. Офигеть. Короче, походу что-то есть. Походу опять Эдуард что-то зацепил. Отсюда даже уходить неохота. Да. Что-то все ловим, ловим. А, не потерять бы в прибрежных водах. Опа, 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 опа.
Отвечайте. Это же у нас... Только бы не граната. Это томагавка. Только бы не граната. Чингачкука. Нет, труба какая-то. Блин. Не историческая вещь. Какая-то... Ну вот, смотрите, здесь мы зацепили всякого вот этого мусора. Ну, нам повезло, еще у нас копеечка попалась, 20 копеек 61 года. На ней-то мы точно поднимемся. Это как-то легко идет. Легко, говоришь? Вообще легко. Как будто порожняк гоню. Опа-опа-опа, смотри, тут все такое. Тут все, всего это. Опа, ложечка. Ложечка нормально так. Свежачок. Промоем. Так. И что за ложечка? Гнутая какая-то. Посмотри, чье производство. Блин, ничего себе. Русская, викинги гнули. Ну, написано Rostfrei. Значит, не ржавейка. А вот года нет. Но это не старая вещь. Шведская. Шведы здесь были, точно? Много шведов. Много шведов. С одной ложки ели.